15 февраля – особенная дата в истории стран бывшего Советского Союза. В этот день, в 1989 году, завершился вывод войск из Афганистана. В преддверии этой годовщины в библиотеке имени Льва Толстого состоялся вечер памяти тех, кто воевал за мирное небо. Мероприятие прошло с участием ветеранов, курсантов и тех, кто не остался равнодушен к этой дате. Тему продолжит наш корреспондент. 15 февраля 1989 года – день вывода советских войск из Афганистана. Памятная дата, которая никого не оставит равнодушным. В честь печального юбилея прошел вечер памяти тех, кто боролся за мирное небо. Анатолий Харченко – ветеран, герой нашего времени. Он, как и сотни других солдат, отправился защищать Афганистан как свою собственную родину. Дважды раненый он прошел через все терни ужасного события. О тех годах он вспоминает с грустью в глазах и тяжелым сердцем. А я, конечно, вспоминаю дни, те первые дни пребывания в Афганистане. Вот. Это как раз вот перед салангом, перед подъемом на саланг, мы подходили к этому салангу. И я помню, на обочинах стояла разбитая афганская техника, сгоревшая техника. Вот это я помню. И вот в этот день мы выше поднимались вот, к салангу. Вот это вот такие воспоминания. Много снега. В Термезе снега не было. А здесь снег как раз. Мы шли на высоту. Начинался буран. И вот нас с 12 на 13 число февраля 1980 года, вот это время, застигло на саланге. Вот. И как там было, об этом в этом коротком интервью не расскажешь. Но было тяжело. Всего для выполнения интернационального долга в Афганистан было направлено более 4000 казахстанцев. В Кустанае на данный момент проживает 898 ветеранов. Каждый из них возлагает большие надежды именно на молодежь. Говорят, главное, чтобы они были патриотами своей страны и оправдали возложенные на них надежды. Я думаю, самое главное, что в этом движении, это воспитание патриотической молодежи. Поэтому молодежь должна не просто вот так в зале с нами встречаться, потому что есть мероприятия, которые мы ежегодно проводим, они все знают, их руководители в основном все знают, но как бы они от этого ждут каких-то приглашений, мы обычно не приглашаем. Если есть желание, можете приходить всегда. 25 декабря у нас день памяти всем нашим павшим афганцам. Мы в 10 часов возлагаем венки на нашем мемориале в Парке Победы, а 15 февраля день вывода войск, мы тоже начинаем все мероприятия с возложения венков. Венков, цветов к нашим погибшим товарищам. Война длилась почти 10 лет. Верные воинской присяге советские воины мужественно и героически сражались на афганской земле, выполняя свой интернациональный долг. Эта война навсегда останется в памяти нашего народа, отцов и матерей, потерявших своих сыновей, простых солдат. Айнура Байгужина, Иманбек Нургали, телеканал «Костанай».